Девочки, жара смертная. О, Господи, степь да степь, глаза вылупишь. Валерка, иди сюда. Иду. Бросай. Ну, а ты? Моя. Есть. Опс. Что ж ты? Проскочила, а? Гони. Кать, водички попить, что ли? Ну что, хозяйка, принимай работу. Глянь, воды. На, держи. И вот это. Да ладно, запить бы. Вода кончилась. Кто знает, когда станция? А вот как поезд станет, так и будет станция. Погадаем сама сестру свою достаточно. Клав, чего ж ты землю, ты ничего не делаешь? Погадаем. Давай. Там тепло, а надо будет разживемся чем-нибудь. Там разживешься, там наплачешься. Да брось ты, Зин, какие наши годы, чтобы плакать? Да всего с собой не увезешь. Где ты? Что, я здесь. Бандит. А ну, вылезай. Мы тут в шашки играем. Слышь, а сколько грибов было, тьма тьмущая. Бабка Авдотья все гудела. Не к добру это, не к добру. Вот и началось. А вот в роддомах одни мальчишки пошли. Персонал просто диву давался. Одни мальчишки прут и прут. Про запас. Про запас, значит, природа готовила. Про какой это про запас? Ну, нынешних мужиков поубивают. Стало быть, чтобы в будущем без мужиков не оставаться, но вот про запас. Да будет молоть-то. Пережитки это. И без ваших тут примет тошно. Война в 39-м началась, когда на Польшу напали, так что ваши приметы здесь ни при чем. Маш, ты поспала. Я подержу. Нет, я еще потяжу. Проверка документов. Пожалуйста. Все в порядке. Все. Ух ты!
отойди, кому говорю, нельзя! Да что значит не положено? Мы же не торгуем ребятам дорогу! Мамочка, бери, родной, бери, бери! Угощайтесь, ребят, ой, родной! Пять минут вам расскажу, сейчас я тебе нагадаю! Бриллиантовый мой яхонт! Прям незабудочка! Эй, незабудочка! Поехали с нами! Да наш дитё, видишь, пеленки положишь. Дитё дело не помеха. Дитё может и в стороне полежать. Да брось ты! Ну что, поедешь с нами? Поедешь с нами? Говорит Москва. От Советского информбюро. В течение 21 сентября 1941 года наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев. На подступах. Димашка, дурела совсем, останется ведь. Ой, отстала, отстала. Женщина отстала, а ребенок здесь, вот беда. Какая она себя-то? Да может, она в другой вагон села? Сумасшая женщина сидела вот здесь у окошка, бегает. Где такая? Что же делать, девочки, что же делать? Говорили же, ей была уже, ведь говорили же. Ну, а что же она? Принеси, принеси ведро и стирай в тамбуре. Ой, девочки, я же ее знаю, она же повесится. Отстала! Спортом занимались. А у вас жена, дети есть? А, с моей работой, Маша, лучше в холостяках оставаться. Я еще пацаном, как на гражданскую, удрал. С первой коной товарища Буденова в Польшу ходил. Потом в милицию определили, потом за бандитами гонялись, потом уголовщина, непманы всякие. Так вот жизнь проходит. А вам сколько лет, Маша? 21. Мария. Красивое имя. Древнее. А теперь вот на фронт меня и не пустили. Почему? Сухожилие перебито, хромаю. Попал в одну переделку с блатными. Не повезло. Ну, ничего. В тылу тоже люди нужны. Нужны. А как вас зовут? Что? Зовут вас как? А, Николаем зовут. Николай Андреевич Антипов. Извините, забыл представиться. Я схожу, гляну, как там Игорёк мой. Угу. О, дай закурить, служивый. Ну. Никак в толк не возьму. Все служивые на фронт, а ты в другую сторону. А чего так? Много будешь знать, дед. Плохо будешь спать. Понял. Умному намек, глупому дубина.
спокойный он у вас. Не говорите. Ночью бомбить стали, а он на балконе спал у Яшкиного деда. Так бомба в конце улицы рванула. Все стекла повылетели, а он только глазище открыл и ресницами хлопает. Яшка, это муж. Муж. 15 июля ушел. Мы только-только техникум закончили. Комнату обещали дать. Яшке сразу инженерную должность предложили. И сразу все поломалось. А братья, сестры есть? Брат Митька тоже на фронт ушел. А сестру куда-то вместе с заводом за Урал эвакуировали. Значит, совсем одна осталась? Ну, почему одна? Мы с подругами из техникума. С грудным ребенком? В вагоне много с грудными. Я сама видела. Туго придется, Маша. Ничего. В коллективе легче. Утро скоро. Да. Поспать бы. А? Да-да, конечно. Ну, я пошла. Угу. Все кричит, да кричит. Заболел, наверное. Ну, а сыпь-то почему? Врача бы нужно. Ну, а вдруг скарлатина? Да никакой скарлатины. Ванночку нужно с отваром хорошо бы, с крапивным. Растирание нужно. Простудился он. Конечно, то жарко, холодно. Ты какая-то непонятная. Неужели во всем поезде врача нет? Ну, да запеленайте вы его, ведь сквозняки кругом. Ой, девочки, что же делать? И лекарств никаких нету. Во всяком случае, что-то странное. Врача обязательно нужно. Может, корь? Сыпь-то вроде похожая. Как корь? Да ладно тебе. Станция скоро. Собирайся. Куда? Там врача найдем, лекарства достанем. Где твои вещи? Вы чего, товарищ? Ну чего стоишь? Поправится ребенок и дальше поедешь. А? Где вещи-то? Где вещи? Под лавкой ее вещи. Вот этот чемодан, что? И корзина. Может, ты что, серьезное? Серьезно, серьезно. Шутки шутить некогда. Вот эта корзина. И таз. И таз еще? Да как же это так? Ну что, в самом деле, болен ведь ребенок-то? Вернется ваша Маша, с охраной к вам ее пришлю. Шевелись, Маша. Шевелись, шевелись. Пошли. Да как же так вдруг-то? А вот так. А адрес, товарищ? Жан Гельды, через райотдел милиции меня найдет. Антипов, моя фамилия. М.А. Капитан милиции Антипов. Запомните? Я запишу, так лучше будет. Ну, запишите. Если вам так, будет лучше. Отчаянная ты, Маша, кидаешься, как в прорубь. Ну, что ты вякаешь под руку? Куда она с больным ребенком поедет? Ой. Ну, чем мы ей тут поможем? Товарищу Антипову вот спасибо сказать нужно. Не за что. Пошли, Маша. Мы тебе сразу напишем, Маша. Жалғанда ғашығымсың, оу, жаным сүйгім. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ты Антипов? Антипов, Антипов. Здравствуйте. Проходи. Устраивайся, садись. Поехали. Поехали. Трогай. Рашид, товарищ начальник. Да. Вот.
Ну, ошибок много, Нефедов. Не пойдет. Вот такие у нас дела, Николай. Эвакуированных много прибывает, не знаем, куда селить. Жителей уплотняем, бараки строим, все равно не хватает. Едут, едут. Вот помещение получили. Обживаемся, как видишь. Бывший клуб. Ай, Николай, Николай, как долго мы с тобой не виделись, а? Целая жизнь прошла. От войны до войны. Женат или как? Ой, не могу, понимаешь, жениться. Некогда. Понимаешь, очень много работы. Хотел на фронт, не пустили. Легкие мучают. Чего это? Это когда под Бугульмаком тебя шарахнуло? А через 2 года пошло и поехало, а теперь кровь. Лечиться надо. Да, врачи говорят, в Крым надо ехать. Какой там Крым? Теперь там немцы. С ума сошли. А девушка твоя жена? В поезде познакомились. Ребенок, понимаешь, у нее заболел. Сыпь какая-то по телу пошла. Пришлось сойти. Врачу показали, сказал, задержаться надо. Вот. Теперь бы им как-то жильем надо устроиться, подлечиться. А тут что за дела, Керим? Есть уклонившиеся от армии, есть бандиты, есть беспризорники, спекуляция и всякая шпана. Так что дела хватает, Николай. Ну что, поможем жильем-то, Маше? Комната приготовлена для тебя, Николай. А мы ее перегородим. А муж ваш, где Маша? На фронте, командир Красной армии. О-о-о. Товарищ начальник, 5-й раз страницу перепечатаю. Да не дается мне эта машина. Дай-ка ему арбуз. Маша, а вы сможете печатать на машинке? Николай, может быть, попробуем, пока ее устроить машинисткой? А чего? Пока подлечится, малыш. Пока то да сё. Жить-то как-то надо. Вот это дело. Ну вот и решили. О, да у нас пополнение. О, хорошенький какой. Защитника Родины купаем, правильно говоря, да? С гуся вода, а с огеречка наша худоба. К утру пропотеет. К утру пропотеет и совсем здоровенький будет. Давай-ка, держи. Быстрее, так. Чтоб не остыл. Ну-ка, во! Во, мои хорошенькие! Во, мои хорошенькие! Пошли! Пошли! Мы сюда до войны приехали. Пока муж работал, я с детьми была. А теперь муж на заводе что найдется. Видишь, какой у нас красавец, а? Вот какой чистенький. Изнутри, и снаружи. Не то, что мы грешные. А вы много грешили, тетя Даша? Кто не грешит, того в святые надо записывать. Теперь не до греха. Война на бабе верности требует. Может, чай попьем, а? Девочки! Девочки! Чашки несите, чай будем пить. Так, варенье несите. А твой пишет тебе? Да вот последнее письмо перед самым отъездом получила. Может, почитаешь? А то от моего давно уже ничего нет. Хоть и чужого послушать. Или нельзя? Здравствуй, дорогая моя Маша. Извини, что редко пишу. Я всегда писала тебе после боя, а вот сегодня решила написать перед боем. Вот лежит передо мной твое фото, твои глаза как живые, мне кажется, они всюду сопровождают меня. Будущее для меня это ты, Маша, это наш подрастающий сын. Это наша Родина. Может так случиться, что письмо придет к тебе, а меня уже не будет в живых. Через 2 часа пойдем в атаку. И если так случится, будь счастлива без меня. А, пришел. Это вот мой старший Витька. А это Витя, наша новая соседка Маша. Садись, картошку есть будешь. Ну, читай дальше, читай. Будь такой же веселый, красивый, какой я знал тебя всегда. Привет, Маша! Привет от старых штиблет! Потихоньку, помаленьку начал разживаться. Продал дом, купил ворота, есть чем запираться. О, моя милиция меня бережет. На работу не опоздай, голубятник, вот герой. Никогда не опаздывал.
Ребятёда, ребятёда, вы кого целуете? Поглядите, хорошо. Чё ты хочешь, голубя от них? Тихо, одолжи папироску. Выпьет верну, правильно говоря. Трам-та-ти-та-та-ирам, трам-там-та-ирам. Ты Игорька с кем оставила? Тетя Даша, я сегодня в ночную. Ты грамотный? Ты это читал? Что это? Это повестка на войну. Отец сказал, что это нас не касается. А ты в школу ходил ужас? Только 3 зимы ходил, потом овец надо было пасти. А ты знаешь, что сейчас идет война? Знаю. Отец сказал, что нужно пасти табунные отары, а война скоро кончится. И ты в армию не пойдешь. Отец сказал. Отец сказал, отец сказал. Ты что, отца боишься? Да ты же взрослый мужчина, тебе 19 лет. Всю жизнь будешь отца бояться? А кто будет защищать советскую власть, родину? Ну, это ж темный человек. Что с ним? Николай Андреевич, к телефону. Антипов слушает. Антипов, слушай, Крылов говорит. У нас тут бежали 6, все рецидивисты с большими сроками. Будьте начеку, могут начаться неприятности. Приметы и фотографии отправился на рычаг. Понял, будем принимать меры. Я пойду воевать, начальник. Только пусти меня сразу, чтобы отец не узнал. Я верю в тебя. Пойдешь в общежитие возле барака, знаешь? Знаю. Вот там переночуешь, утром идешь в армию. Хорошо, начальник. Я сделаю все, как ты сказал. Только верь мне, пожалуйста. Мен саған сенем. Сенен жақсы солдат шығады. Халқыңның мақтанышы боласың. Ал, жолың болсын. Маған сеніңіз аға. Кто его отец? Бывший бай из бедных. Ты знаешь, у нас и такие были. Они живут в 50 километрах от города. Уважаемый человек все свои овцы сдал в колхоз, а в колхозе работать некому. К тому же единственный сын, наследник рода. Он закон нарушает. И сына дезертира сделал. Да ты пойми, сын единственный, надежда целого рода. А старик не понимает, что он нарушает закон. Бывший бой не понимает. Все он понимает. Советским законом 25 лет, обычаям сотни. Людям нужно объяснить, чтобы они поняли. Время не то, чтобы объяснять. На фронт идти, уговариваем. А ты добреньким хочешь быть. Только не забывай, какая у тебя работа, Керим. Да я об этом всегда помню. Ой, помогите, люди добрые, вы лихо окаянны! Как самогонки нажрется! Подержите, так ревность его разбирает! Да ты что? Не смей! Застрели, ты фамилию не спросишь! Ой, тут с работы еле живая, говорит, изменяешь! Чокнутый, за ружье взялся! Убить грозится! Это же формула безобразия! Его взять! Контуженный он 2 месяца, как с госпиталя! Где он сейчас? Дома! Окно его горит! Стойте все здесь! Советские танкисты своей великой родины сыны. Эй, танкист, кончай дурака валять! Что ж, придется в гости идти. Поаккуратней там. Мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Николай, может... Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты своей великой родины, сыны. Ну ты чума, Егор, ну ты чума. Не подходи, не подходи, всех порешу, фашисты. Выпить-то дай. Чего? Налей, говорю. Выпить-то. Или жалко? Нет. Ты кто? Из милиции? А, сосед твой недавно поселился. Иду, слышу. Песни поют, стреляют, гуляют, значит. Дай, думаю, зайду. А? Кончай ты! Пали! На фронте не настрелялся! Лезут и лезут! Давай-ка, садись. Говори. Толком побеседуем. Поганку
хахаля завела себе. Стерва! Не прав ты, Егор. Ох, не прав. Верна она тебе была, любит тебя за жизнь, за твою, за геройскую, за раны, за ордена, за твои, Егор. Верна. Куда я теперь с этой культей? И голова болит. Ужасно болит, брат. Куда бы ее деть-то? Прям раскалывается. Поганка. Говорит, что я чокнутый. Ну, разве я чокнутый? Ну, скажи. Ты на нее зла не держи, Егор. Смерть даже на судьбой суждена. Ты ее заради детишек ваших пожалей. Они-то ведь перед тобой ни в чем не виноваты. Ну и что ж ты с культей? Ты с культей мужик справный, все остальное цело. Ну так, что верно, то верно. Как звать тебя? Николай. Коль, Коль, Николай, сиди дома, не гуляй! Скрось, рожа! Это, кажись, и жена. Жена, да не твоя. Ляд с ней. Коля, давай ребят помянем. Сколько их там в земле лежать осталось? Ты ж не знаешь, что такое котел. Тысячи несчитанные. Между высоких хлебов затерялась небогатое наше село. Какой шустрый! Сюда, Милилку, его хозяина! Ну так пойдем в дом, правильно говорят? Пойдем! Да, давайте скорее, а то дети замерзли. Картошка моя, наверное, правильно говоря, сгорела. Ну что там? Патроны я забрал. Ага. На, Маша, разотри. Если ты его еще чокнутым будешь называть, смотри у меня. А что я, что я? Он и вправду на стенке лезет. Контузия эта, дура баба. Пошли, Маша. Валяй! Вить, а Вить, можно голубя погладить? На, только аккуратней. Сколько времени? Когда встал, без 5:07 было.
Виктор Иванович, можно? Вылазь, дай другому. Виктор Иванович, дайте погладить. Аккуратней. Сам-то жрал чего? Нет, мама еще не встала. На, пожуй. Пускай лучше голубь ест, я не хочу. Бери, бери, кому сказал? Привет, Витек. Привет от старых щеблет. Ну, давай. Смотри, на работу опоздаешь. Я сегодня во вторую. А хотите, в кино пойдем? Веселые ребята, моща кинцо, животиком дорвешь. Не могу, Витек. А это у тебя что, новенький? Ишь, какой красавец. Где достал? На базаре, на Турмана выменил. Ох ты, какой гордый, с хохолком. Погладить можно? Только аккуратней. Мама спит? С ночной не пришла еще, а сестренки спят. Ой, отец пишет? В прошлом месяце письмо получили. Живой, воюет. А дальше, как судьба пошлет. А мне вот до сих пор ни строчечки. В боях, наверное, некогда. А может, где раненый лежит? А как ваш Антипов? Почему это мой? Ну не мой же. Он к вам намертво примагнитился. Глупый ты, Витька, мы с Николаем Андреевичем друзья. Дружили мы, дружили, пока дитё не народили. Дурак ты. Маша, ты там? Здесь, здесь. О, моя милиция меня бережет. Бесплатный конвой. Тебя, между прочим, тоже бережет. Девчонки встали. Спят еще. Клин поправь. А то что-то у меня не получается. И надо вот поешь. А ты? Да мне не хочется. Бери, бери. Ну я пошла. Угу. Это хороший парень. Полторы нормы дает. Ага. Ну хорошо, пошли дальше. Ну пошли. Сегодня. Снег в горах выпал. А если ветер с гор подует, совсем завернет. Тут день на день не приходится. Вот те и юг. Что такое? Да почудилось, будто идет кто-то за нами. Правда показалось, будто идет кто-то. Камни, наверное, падают. А может, нервы шалят. Николай Андреевич, валерьянку пить надо. Валерьянка от сердца? И от нервов тоже. Яшкин дед всю жизнь эту валерьянку глушил. Такой был спокойный старикан. У него жена померла в 40-м. Так он только сказал, хорошо пожила, пора и честь знать. Страшно тут. Идет кто-то. Вам кажется. Нет,
Я хорошо слышала. Это ты? Ну, я. Следишь за нами, не стыдно? Ничего не слежу, я с работы иду. Нет, следишь, я давно твои шаги сзади слышу. Больно надо. Мужик называется. Смотри, шею намылю. Сами смотрите. Еще посмотрим, кто кого. Что ты сказал? Ну-ка, повтори. Что слышал? Мы тоже грозить умеем, понял? Коля, куда вы пропали? У нее муж на фронте, а ты? Вы! Мне говорит вы. Это не твоего ума дело, пацан. Понял? Ты меня на понял не бери, понял? Я тебя не боюсь. Николай, где вы? Иду, иду, Маша. Спички обронил. Едва нашел. Козел хромой. Тот аул. Апа! А куда им такие же? Стой я! Вот. Хорош, хорош. Ногу, проходите. Ногу. Возьми коня. Алтыным сор. Алтыным. Сагандым бой. Держи, держи. Шаруаң да айтып отыр. Біз сіздерге үлкен ренішпен келіп отырмыз. Переводи. Мы приехали по неприятному делу. Соғыс қашан бітеді, балам? Когда кончится война? Жау күшінде. Не знаю. Соғыстың біразға созылатын түрі бар. Переводи, Нефедов. В Рокселеоне воевать придется долго. Еркек кіндік түгіл майданда. На фронт ушли... Мал бағып қатын алаш балаша қал. Все молодые мужчины. Қиын болып тұр. Женщины и дети пасут овец. Плохо, очень плохо. Қазір бәріне де. Сейчас всем трудно. Еліміздің все народы нашей страны напрягают силы. Фашисты женсек бақытты өмір болмақ. Когда победим фашистов, будет счастливая жизнь. Майдан кезінде бәрің үгітші болып кеткенсің бітуге. Всегда так говорят, когда идет война. Я живу очень долго, а до сих пор не знаю, что такое счастливая жизнь. Аудандық партия комитетінде сіздердің колхоздарыңыз еттен жоспарын орындамаған. В райкоме партии мне сказали, что ваш колхоз опять не выполнил план по мясу. Мне стыдно за тебя. Ты стал большим начальником, Кейм, и забыл, какой это тяжелый труд пасти овец. Опять не хватило кормов, и опять был падеж. Как тут выполнить план? Мы стараемся за всех сил. Сами живем впроголодь, все отдаем. Живеть впроголодь? А это что? Мы встречаем твоих друзей, как дорогих гостей. Для твоих больших начальников он зарезал своего последнего барана. Аллах посылает нам тяжкие испытания. Балам осаған не болған? Етті қанша тапсыру керек болса, сонша тапсырасында. Басқамал жоқ. Мясо нужно сдать столько, сколько требуется по плану. Прости, но по-другому нельзя. Если колхоз не выполнит план, я буду разговаривать с тобой, как с врагом народа. По закону военного времени. Ты знаешь, что это такое. Что? Он сказал, чтобы бешбармак детям отдали. Правильно. Ну, извините, аксакалы.
Все будет хорошо. Он до Акаширина с дарайка Сакалдар. Ну что, Садовая, поехали. Ну. А кто это Аксакал? Тоже бывший бай? Это мой отец. Я устал уже быть жестоким. 16 лет поднялись на борьбу со злом, и с тех пор зла в мире стало еще больше. Кто мне за это ответит? Сколько уже погибло? И сколько еще погибнет? Кто в этом виноват? Бог, Аллах! Ну, хватит тебе, успокойся. Чего это, Витя? Ничего. Ты что, подглядываешь, как сыщик? Нехорошо это? Да. Научи. Помоги мне. Нет, все-таки интересно. Чем это он ее таким улакомил? Черт хромой. А ничем. Липнет к ней, как банный лист. Ну ладно, не наше ума дело. Ты лучше скажи, девчонок покормил? Да покормил. Картошку почистил? Почистил. Молодец. Ой, ноги гудят, прямо аж в голове отдает. От отца что-то давно писем нет. А Вера Ткачук похоронку получила. И Татьяна Севастьяна тоже. Ревели, как белуги. Эй, Федор! Фу, Федор, ты скоро там! Баб заморозишь! Кушек бай, второй брат. Ага. Так, на одного. Следующий! Давай! Вали, бабоньки! Парк красота! Эй, товарищ Антипов, айда с нами, попарим! Постой, постой, бабы! Зачем Антипов, ежели я согласный? Сейчас дури себя вся и выйдет. А теперь я тебя попарю, дай-ка венчик-то. Давай, Федотыч. Эй, жалко, ребяткам моим нельзя на фронте такое удовольствие доставить. Хорошо. У меня сыны до бани, ох, как любители. Что Петька, что Колька, что Митя. Все любители. И все живы. Все, вот не поверишь, все до единого. Вот везуха. Везуха. Вот что. Микола, открой вытяжку, не угореть бы. Ну, держись, держись. Микола, ты что там увидел? А, ничего там нет. Поддай-ка еще. Thank you.
Что случилось, Николай? Кто у вас? Ничего. Твой бандит у меня доиграется, я его в тюрьму упеку. Просто житья нет от сукиного сына. Как же это произошло, Николай Андреевич? Да вот пошел в туалет, а тут вражеская диверсия. Да? Так ты же должностное лицо, правильно говоря. Слышь, диверсант, я тебя в тюрьму упеку. Ну ладно, а я уж думал, воры. Влюблен он в тебе, Маша. Безумно. Да перестаньте вы. Правда, правда. Он из ревности убить может. Так что наши жизни в опасности. Слышал, ты от мужа письмо получила, что пишет? Жив-здоров, воюет. В районе Сталинграда наши войска вели ожесточенные бои с танками и пехотой противника. Много еще, Маш? Да нет, страниц 10 еще. Тревога, ребята, по коням! Выезжаем все! Вставай, судовой. Я с вами, товарищ Кадыров. Я же сказал, выезжаем все с оружием. А в отделе кто останется? Сейчас придет Антипов, она останется. А вот и Николай. Куда? Николай, мы выезжаем в Кучинский район, утром вернемся. Там заваруха серьезная. Слушай, подежурь до утра. Корнеев, скорее за мной. Бегу. До утра, так до утра. Несколько дней гестаповцы устраивали по городу обыски и облавы, но не работаешь, Маш? Да вот утром протокол к прокурору срочно. Тогда немецкие бандиты учинили расправу над мирным населением. 11 сентября гестаповцы арестовали более 100 советских... Не, Федор, иди доспи. Я подежурю. Милиция. Это ограбление. Кого ограбили? 19-й магазин ограбили. 19-й магазин, адрес? Угол Сталина и Пролетарской. На углу Сталина и Пролетарской? Да. Кто говорит? Сторож, сторож говорит. Они меня связали и за мной... Сейчас едем, ждите. Ограбление, людей никого, черт. Запиши, я поехал. Вы что, один поедете, Николай Андреевич? А кому же еще? Я скоро буду. О, видал, видал, что и сделали. А? Ты... Что, кинодети, бандитье проклятое. Ты... О. О, спать меньше надо, пень волосатый. А я разве ж спал? Ведь они вдвоем вломились. Чего я один с берданкой-то и сделаю? Ты еще по кумполу врезали. О, гля, какая шишка. У меня в глазах все помутилось. Они на подводе уехали. В Егорьевскую, кажись. А ты откуда знаешь? Да покуда они мешки-то грузили, я в беспамяти лежал. А затем пришел в себя и слышу разговор между ними. Один говорит, у телеги ось треснутая, не поломалась бы по дороге. А другой ему отвечает, да Егорьевская недалеко, выдержит. А затем матом. Значит, торопить стал. Точно слышал? Вот тебе крест, товарищ начальник. Собирайся, со мной поедешь. Куды? Куды, куды? На Кудыкину гору, черти лови. Берданку все убери. Ты, пошли. Боже ж ты мой. Ах ты, Соткина. Милиция дежурный. Нефедов, ты? Я. Антипа говорит. Это вы, Николай Андреевич? Да, слушай, записывай. Так. Деревня Егорьевская. Деревня Егорьевская. Буду брать. Будете брать один? Ну, что делать, если нет людей? Ну, вот там поаккуратнее, Николай Андреевич. Ну, ладно, ладно, все, понял, поехал. Ну? Угадали, товарищ начальник. У скотного двора подвода распрячь не успели. Лошадка еще горячая, и собаку в сарай заховали. Значит, чужие в доме, в листа попали. Короче говоря, сделаем так. Пойдешь к крыльцу, постучишь и скажешь, что дом окружен, чтоб клали шпалера и выходили. И сразу же бегом на задний двор, в укрытие. И стреляй, если кто появится. Стреляй. Понял, нет? Понять, понял. У тебя патроны ЖК на дробь? Два ЖК на. Очень хорошо. И стреляй без церемоний.
Я бы их всех, как бешеных собак, перестрелял, будь моя воля. А ты где будешь? Я под окном встану. Есть. Ну, тебе досталось, надо бай. Плохого подумать. Ну, ничего, до свадьбы заживем. Всем отдыхать. Ой, а говорили, только к утру вернетесь. Ну, так ведь уже утро. Антипов где? На задание. Уехал в Егоревский. Там магазин ограбили. Будет брать. Так. Он в начале 12-го уехал, а сейчас уже 6 часов. Может, что-нибудь случилось, а? Ну ладно, ладно, только не реветь. Корнеев, дозвать дежурного. Ступин отдыхать. Нефедов, Садобаев, поехали. Есть. Есть. А я, возьмите меня, ну, пожалуйста. Ну, товарищ Кондорков, ну, пожалуйста. Маш, ни в коем случае. Расшиби, проклятое семя! Всех порешу! Я сказал, всех перестреляю к чертовой матери! Вы думали, шутки шутить буду? Не стреляй, начальник! Сдаюсь! Шпалер выбрасывай! Все выходите! И хозяева выходите, в последний раз говорю! Антипов, где ты? Здесь я. Стоять! Нефедов прикрывать? Есть. Что у тебя? Там еще дверь во дворе проверить надо. Хозяева остались. Не стреляй, начальник! Руки! Сдаемся! Хорошо, что на вылет. Повезло. В упор стрелял, потому и на вылет. Больно? Ну что вы смеетесь? Это просто дикая случайность, что вас не убило. Конечно, повезло. Разве я спорю? Больно? Ничего. Хорошо. Ну что хорошо-то? Что ты рядом. Совсем близко. Да перестаньте, Николай Андреевич. Взрослый человек, и говорите глупости. А из этого мы вам давайте перевязь сделаем. Не надо, не надо. Машенька, зачем я уговорил тебя спуститься, идти век себе не прощу. Уехала, и ничего бы не было. А теперь пропал я, Маша, пропал. Василий Иванович, давай! Наконец-то, Василий Иванович, дождались тебя тут. Думали, уж не выплыть тебе. Ну вот, как от Чапаев да не выплывет. Слушай, бойцы! Строили вы великолепную жизнь на нашей земле. Такую жизнь помирать не надо. И эту жизнь у нас отнять хотят, уничтожить хотят. Кто? Поганая харя, фашистская. Великолепные у вас оружие, великолепные у вас бойцы, великолепные птицы у вас летают по небу, не перечесть. Танков ваших на просвере, я вам говорю. И весь народ с вами. И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами. Вперед! Привет, Федё! А, ну я пошел. В кино опаздываю. Чума, тебе место с краю. Да ладно, я тебе по собаке дам. Когда ж так обратно получишь? Здрасте. Ой, Витька, ты откуда взялся? От верблюда.
Это вы от верблюда. А у меня смена кончилась. Возьми деньги, сгоняй семечек купить для Маши, кавалер. Это вы кавалер, а я так просто, сосед. Кончай трепаться, а то по ушам получишь. А как получим, так обратно вернем. Верно, Витек? Верно. Мы совсем обнаглели. Ой-ой-ой. Ну ты, салага. Дайте кино посмотреть, припадочные. Налили женки морды чертовы. Прекрати, Николай. Ты выглядишь дураком. И чем это он ее улакомил, черт хромой? Чем улакомил? Ну, теперь ты меня точно получишь. Сейчас ты у меня, Гаврик, заработаешь, видно, давно не получал. Ты что, Маша, бежал от кого? Горюша. Родной. О, видать, делов натворила, раз сына вцепила. Витька, ваш тетя Даша просто хулиган, проходу не дает. А это он тебя охраняет, от милиции. Нечего меня охранять, сама не маленькая, разберусь, что к чему. А может, он влюбился в себя? Кто? Да Витька мой, с пацанами такое бывает, бывает, влюбляется насмерть. Что вы мелите, ей-богу, тетя Даша, слушать вас тошно. Пойдем, пойдем. Ждали, ждали вас с приездом. Осторожно. Подтягивайтесь, не опаздывайте. Значит, нам надо еще разместить 20 человек. Сколько? 20. Ну, хоть 15, лучше 20. 20? Куда же их? Значит так, просьба к местным жителям. Госпиталь переполнен тяжело ранеными. Просим оказать содействие и пустить ходячих на постой до полного выздоровления. Раненые будут обеспечены всем необходимым. Карточками продовольственными, сухим пайком, ну и бельем. Скажите, вы с какого фронта? Спроси лучше, с какого тут нет. Ты кого ищешь? Мужа? Аль брата? Мужа. Это все равно, что иголку в сене искать. Thank you.
пойдем, Маша, как бы дождь не пошел. Я дрянь, Коля. Жуткая дрянь. Что с тобой, Маша? Нельзя так, Коля. Нельзя. Маша, родная. Маша, что с тобой? Маша, не убивайся. Пойдем домой, скоро дождь пойдет. Гады! Убью! Гады! Витя, Вить, ну перестань, перестань. Найдем мы твоих голубей. Найдем, найдем, найдем мы твоих голубей. Ты давай на работу собирайся. Опоздаешь ведь, знаешь, убью. Что за опоздание бывает? Ну, Вить, ну пойдем, много времени уже. Вить, ну честное слово, пойдем. Скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. А волны и стонут, и плачут, и плещут на борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. А волны и стонут, и плачут. О, привет, Витёк. Смотри, какого короля достал. Махнемся на твоего почтового. Нету. Как нету? Неужто продал? Украй. Всех украл. Вот это да. Ты у беспризорников пошуруй. Точно они сперли. Иду я навстречу врагам.
Держи. Вон, надыбал. О. Ты натура, смертельный яд, черепушка с костями. Ничего, пойдет. Водичкой разбавить голубой Дунай. А что, попробуй? Эх, ма, знал бы, подлюка Гитлер, что мы пьем, раз бы капитулировал. Ну, иди скорее ко мне. Ну, иди, Горюша, иди. Вот так, иди. Ой, какое страшное горе. Ой, какое горе. Ну. Ну, пора нам, Игорюша, ходить. Пора. Ну, тихо. А то папка придет с фронта, а Игорюша ходить не умеет. Ну, тихо. Пойдем. Че это, Даша? Че это, Даша, Витька не появлялся? Второй смены не вышел. Что-то холодно мне. Лена, картошку разогрей и Люську позови. Ужинать пора. Вы тогда присмотрите за Игорьком, а я пойду. Куда? Витьку пойду искать. Я сама. Сейчас согреюсь. Платок найду. Тетя Даша, случилось что-нибудь? Убили его. Убили Машу. Я похоронку получила, убили его. Убили же его. Вкусно, да? Вкусно! Прости, дяденька, мы 3 дня не жрамши, в животе бурчит. Прости, дяденька! Прости, дяденька, мы 3 дня не жрамши. Какой-то дурачок, ей-богу. Ну, случилось такое. Приди, объясни, ведь люди хорошие, не злые. Все поймут. Угу. Как поймут, так сразу и посадят. Да брось ты, Вить. Вить, отработаешь прогул, накажут, конечно, а там уедешь. Витя, я вот денег достала. Вот деньги. Уедешь, а там все образуется. И где же ты такие деньги взяла, а? Ну, это не твоя забота. Пошли. Нет, Маша. Вить, ну хочешь вместе пойдем? Нет. Витька, брось дурака валять. Ну мы же с тобой друзья, Вить. Не друзья. Ты за меня Антипова просить будешь? Не надо. Я сам за себя отвечу. Я не трус. Вить, я тебе помочь хочу. Ты лучше сама себе помоги. Ты о чем, Витя? Я не понимаю. Все вы понимаете. Притворяетесь только.
Вот возьму и прибью вашего Антипова, мент чертов. Ты знаешь, сколько ты прогулял, обормот? Неделю. Ты понимаешь, что тебе за это полагается по законам военного времени? Что молчишь? Сказать нечего. Я вот должен оформить на тебя протокол и передать прокурору. Это ты понимаешь? Понимаю. Понимаю. Колония тебе светит года на три. Это ж надо. Трагедия у него, видите ли. Голубей украли. А то, что идет война, и тыл это тот же фронт, а ты есть дезертир и предатель. Ты наше общее дело предал. А ты не предатель? Что? Что ты мелешь? Пусть я предатель. А ты? У Маши муж на фронте, а ты тут к ней приклеился. Да я б тебя за это самое, я бы... Что ты в этом понимаешь? Ничего не понимаешь. Зато ее мужик все поймет. Вот вернется с фронта и пристрелит тебя. Как тогда узнаете? Тогда все сами поймете. Смолчи! Садобаев! Увести? Ну что? Что решил? Не я решаю. Прокурор требует, чтобы его судили на заводе. Показательно. Чтоб другим наука была. Ну, что ему будет? Года три колонии могут дать. Могут больше. Так ведь я несовершеннолетний же он. Правильно. А был бы совершеннолетним, мы бы всю десятку влепили. Законы военного времени, по-вашему, для чего существуют? Прости, прости, вроде, не защити! Что? Помоги! Пустите! Пропадет он, знаю его характер, пропадет он, пропадет! Не держи на него зла. Мальчишка он. Возраст у него дурацкий. Ты же умный, взрослый мужчина. Должен понимать. Николай, может, Керим поговорит с прокурором, чтобы не возбуждали дело? Но ведь можно же, Николай, можно. Керим на это никогда не пойдет, ты же знаешь. Вы все такие принципиальные, что даже тошно. Прости, Маша, но на такой работе иначе нельзя. Что ли? А вот в бане и разберемся. Ну что с Витькой-то? Ты уговариваешь меня совершить должностное преступление. Но почему ты решил, что я способен на это? Ну как ты после этого будешь считать меня своим другом? Жалко, парень. Давай всем мыться, скорее. Неплохой малый. Мать недавно похоронку получила. У нее теперь вся семья на плечах. Понимаю. Мы начальники. У нас власть. Мы все можем. Замять, покрыть, родного человечка пожалеть. Мне вот в этом мог не говорить. Нет, я тебе говорю. Зачем тогда все это? Зачем мы на гражданской подыхали? Зачем сейчас самые лучшие сыны умирают на фронтах? А мы здесь живем. Лечиться тебе надо, Керим. А, ерунда пройдет. Подожди. Я не одобряю твоих отношений с Машей. А никаких отношений? Нет, Керим.
Я люблю ее. Но ничего такого нет. Такое проклятие. Ничего. Не верю я тебе. Тетя Даша. Тетя Даша. Из-за тебя он моего Витьку в тюрьму упек. Неправда, тетя Даша. Он за него просить ходил и кассацию в областной суд написал. Неправда. Из-за тебя, сучка. Понял, товарищ начальник, будем искать? Давай, действуй. Говори. Сводка. Твой Витька Голубятнев сбежал из колонии. Как сбежал? Очень просто. А ты ручался за ним. Я с тобой, черт. Кирилл, сегодня митинг? Окруженных в районе Сталинграда. Сегодня. Наконец-то. Поздравляю. Войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск. Витька из колонии удрал. Как? Не может быть. Ах, Витька, Витька. Что же ему теперь будет? Поймают, могут срок добавить. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Да, случай, конечно, не из приятных, но ничего, постараемся. Завтра надо обойти всех бывших и всех, кто недавно освободился. Поняли? Понял. Да, ты уж правильно говоря, постарайся. Конечно. Начнем с утра? Да, я думаю, ничего там особо сложного не будет. На фронт опять просился, не пустили. В другой район просил перевести, тоже не пустили. Если мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я такой тряпкой стану, я бы так получил. Я сама уеду, Коля. Поеду в Алма-Ату, найду подруг. Так будет лучше. Может быть. Расстанемся, все пройдет. Это ведь как болезнь, правда? А болезнь проходит. Егор, пойдем? Скажи, Маш, ты хоть секунду меня любила? Я и сейчас люблю. Только не надо об этом. Но я другому отдана. И буду век ему верна. Да. Что? Да ничего, ничего. Что такое? Ты
знаешь, давным-давно, еще до войны, пошли мы как-то с девчонками на базар. Я тогда еще в техникуме училась. Ну, накупили яблоко, арбуз, дыню. Идем, смеемся, такое дурашливое настроение было. И тут за нами цыганка увязалась. Давай погадаю, давай погадаю. Ну, а девчонки стали меня подначивать. Ну, и стала она мне гадать. Что? Да нет, ничего. И вот стала она мне гадать. Говорит, через несколько лет встретишь далеко-далеко мужчину. Много он тебе счастья принесет и много горя. Ну, а за мной тогда уже Яшка ухаживал. Я ей говорю, смеюсь. Я говорю, встретила уже мужчину. И он меня любит. Она так серьезно-серьезно на меня посмотрела и говорит, другого встретишь, правду говорю. Ну, я тогда на нее рассердилась. А потом забыла, уж больше не вспоминала никогда. Теперь вспомнила. Теперь вспомнила. Как в воду смотрела твоя цыганка. Только одно набрала. Горе я тебе не приносил. Давайте не будем об этом, Николай. Улыбнитесь лучше. Разве это горе? Это жизнь, Маш. Просто жизнь. Ты счастливая, мужчина тебя любит, и дети тебе улыбаются. Но есть один самый красивый, только хромает немного, умный Николаем зовут. Не заметишь, мимо счастья своего пройдешь. Врешь, цыганка, все врешь. Я в нее попал. Я же хотел в тебя, а я в нее. Я ж тебя хотел. Маша, Маша, я не знал, что это ты, Маша. Я не хотел в тебя, Маша. Я в него хотел! Маша, Маруся, о, что ж я наделал? Мама, мамочка, что ж я наделал-то? Ничего, ничего. Сейчас, сейчас, Маша, ты простишь меня. Сейчас. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон она, окошко лежит. Спасибо. Можно? Здрасте. Здравствуйте. Только недолго. Угу.
Игорек, Игоречек. Дай маме цветочек, скажи, мам, поправляйся. Скажи, поправляйся. Мам, маму хочу я к маме. Мама. Игорек. Коля, Витьку не надо. Пожалейте его. Он не виноват. Он, Маш, сам пришел и во всем сознался в ту же ночь. Нет, Витька. Бедный Витька. Перечки свежие, свежие, берите! Яблоки, картошка горячая, берите, картошка, картошка! А вон он, кумыс, свежий! Кумыс, кумыс хороший, берите! Кумыс, кумыс! Игорька, давай. Опа! Обязательно. Ну, Игорек, прости большое. Люби маму. Присмотрите минуточку. Пиши, Маша. Останься, Маша, родная. Сдохну я здесь без тебя, как собака. Не могу, Коленька. Прости, родной, не могу. Так лучше будет. Быстрее, давай, сейчас отправляемся! Вагон! Вагон! Прости, Коля. Прости, родной. Прости. Ну,